В сегодняшнем видео мы расскажем о личной жизни Анны Акопян. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что любит Анна Акопян как женщина, а не политический деятель. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Анна Акопян – видный деятель на политической арене. Зумолку обсуждают жену премьер-министра, владельца благотворительного фонда. Но многие забывают, что она хрупкая женщина. У которой есть свои увлечения и предпочтения. Как и любая женщина не может обойтись без платьев, так и Анна любит уделить время тому, как она выглядит и как она хочет выглядеть. Когда мой муж стал премьер-министром, я поняла, что не имею права отказаться от статуса первой леди, так как это требует общества. Вашего супруга Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. С тех пор как поменялась ваша жизнь? По большому счету, больших изменений в содержательном плане не произошло. Наша жизнь изменилась в техническом смысле. Я имею в виду огромную ответственность, которую мой супруг, начиная со дня его избрания, возложил на свои плечи, а следовательно и на мои плечи, и плечи всей нашей семьи. Хотя по Конституции не совсем понятно, за кем именно он закреплен. Я уже свыклась с той мыслью, что должна выполнять возложенные на меня обязанности, отметила супруга новоизбранного премьера Армении. Анна Акопян в своем слове отметила, что готова содействовать с армянскими дизайнерами, армянскими брендами, носить одежду этих компаний, так как во время местных, так и международных встреч. Моя цель заключается в том, что армянские дизайнеры стали узнаваемыми и за рубежом, чтобы наши соотечественники больше отдавали предпочтение армянской продукции, заявила Акопян. Хобби Акопян, конечно же, журналистика, которую она не бросит никогда. Первая леди пояснила, с чем связано ее решение остаться шеф-редактором известной в Армении газеты. По ее словам, в первую очередь, она журналист. При этом она добавила, что пресса – самый главный инструмент, позволяющий контролировать деятельность представителей различных сфер. Напомним, Анна Акопян во время интервью из различных площадок всегда выступала и продолжает выступать за свободу армянских СМИ. А что же больше всего любит первая леди страны? На этот вопрос у нее только один неизменный ответ. Միջանկյալ քննությունների փուլում էինք առաջին կուրսի, որտեղ նաև քննություններին զուգահեռ միջանկյալ պետք էին տպագրված հոդվածներ, եւ ես իմ առաջին հոդվածը, որ գրեցի, ձեռագիր թղթի վրա գրված գրիչով վերցրեցի եւ տարա լրագիր թերթի խմբագրություն, եւ միջանցքում սպասում էի խմբագրին, երբ ինքը մոտեցավ, ասեց ինչով կարող եմ օգնել. Да, я рела рачин ханди пумом, рачин пахет. Я очень люблю своего мужа, сказала она. Բավականին շատ էի լսել իր մասին եւ գիտեի, որ ինքը շատ լավ լրագրող է եւ շատ հայտնի եւ համալսարանում բոլորը հպարտանում էին իմ պատկերացումների մեջ ստեղծել էի այդ կերպարը եւ իր իրական կերպարը բոլորովին չհամընկավ իմ պատկերացումների մեջ ստեղծված կերպարին. При этом Акопян признала, что ей сложно надолго расставаться с семьей, младшей дочерью и любимой работой для поездок в рамках деятельности фондов. Однако она продолжит ездить, поскольку осознает важность этих визитов. Видно, что за сильным характером первой леди скрывается хрупкая и любящая женщина и мать. Как вы относитесь к Анне Акопян? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.